Посмотрите пример подобной техники при нанесении удара ребром ноги. Такой удар тоже является незаметным. Атака слабого или неопытного противника. Атака слабого или неопытного противника, по сути, не представляет труда. Наиболее эффективными методами здесь являются серийные удары локтями, коленями и их комбинации, а также различные виды бросков, особенно силовые. На экране вы видите различные виды удара локтем. Удар локтем – достаточно мощное оружие,